По Понимаешь, в чем дело? Это тоже достаточно, достаточная примитивизация, потому что это то, о чем мы с нашим другом Георгием там время от времени то, что мы обсуждаем. Вопрос ведь не, как бы не в том, чтобы делать это в горизонтально, а вопрос в том, чтобы идти в глубину. В глубину даже описать невозможно, потому что символов нет, а то, что есть, заменено на дискретное. Понимаешь, оттуда везде возникает дуальность, и ты никуда не пройдешь, ни вверх, ни вглубь. А уж не говоря о том, что посоединить это и на базе этого привернуться к целостному, исходя из точки. А здесь не обойтись вот, без, без таких сложных вещей, как сингулярность, там, которая еще раз должна от начала идти и сопровождаться на всем положении, а не в последней точке, когда вот, вектора уже наделали много чего, и мы пытаемся их связать через сознание, да? Ну, реально. И, собственно, помните, да, когда эта самая сингулярность возникла, вообще из-за чего тут все подпрыгнули? Да? Из-за того, что объем информации, который вывалится на человека, уже перестал э, обрабатываться этим самым человеком. Да? И вот они понятие вот этой информационной сингулярности тогда и начали вводить, потому что все, уже настолько, так сказать, много всего, да, там много статей выходит каждый день, помнишь, много книг, что это физически не обработать. У них и не обработать, потому что они не от того отталкиваются.